Сонечка, смотри, какие у меня тут улитки. Причем их тут стада. Стада улиток. Видишь? Вот смотри, я хожу здесь по траве очень-очень аккуратно, чтобы не наступить на улиток. Вот смотри, если я ей подставлю палец чуть-чуть поближе. О, видишь, она прячется в свой домик. Все понюхаю, хочу понять, где они эти домики добывают. Пока еще не знаю. Может, папа твой тебе расскажет или мама. Где улитки добывают домики? Во Франции этих улиток едят. Честно говоря, дядя Лёня ел улитку. Я была, присутствовала. Твой папа тоже, наверное, присутствовал. Ну, знаешь, это, наверное, не от хорошей жизни, потому что когда больше есть нечего, люди и улиток будут есть. Но когда есть еда, то лучше улиток не есть.